Конечно, воспоминания остались. На стадионе много фотографий, хороших фотографий. Фотографии тогда, когда мы были все счастливы. Мы в этот период выигрывали много кубков, много матчей, много медалей различных достоинств. Я глубоко уверен, что вы любите клуб, вы любите игроков, которые здесь. Поддерживайте нас. Будем стараться и будем добиваться, я уверен, успеха. Будем занимать самые высокие места. Но и вы должны тоже уважать наш труд, уважать клуб. Потому что футбол, он существует для вас, для болельщиков. Увидимся дома!